Выходные не повод сидеть дома, и чтобы потратить время с пользой, можно совершить вояж по спектаклям, концертам и выставкам. Отлично отдохнуть можно в парке культуры и отдыха имени Зернова. Работают все аттракционы и павильоны. Проводить время всей семьей на лавочке в тихом сквере или шумной компании, катаясь на любимых каруселях, можно и в субботу, и в воскресенье с 11 утра и до 8 вечера. Если вы хотите попробовать свои силы в салонных играх, вам дорога в молодежный центр. Каждую субботу здесь собираются те, для кого красный и черный – это не просто цвета. Все как по всеми любимой игре детства, только более систематизировано и серьезно. Почувствовать себя настоящим шерифом или мафиози можно 2 июня, начало встречи в 8 вечера. Традиционный крестный ход вокруг города в престольный праздник всех святых начнется 3 июня в 10 утра от храма всех святых. Все желающие пройдут по следующему маршруту от Монастырской площади по проспекту Мира до Дальней Пустынки, оттуда по улице Силкина, академика Харитона и Семашко до храма великомученика Пантелеймона. Далее по улице Арзамаски и Менделеева до храма в честь царственных страстотерпцев и по улице Садовой и улице Димитровой вернутся в храм всех святых. Ориентировочное время в пути составит 8 часов. Приятно провести время можно и в кинотеатре. Для самых юных зрителей в прокате мультфильм «Два хвоста». Это история о невероятных приключениях двух друзей – кота Макса и бобра Боба. Правильный Боб стремится к тишине и покою, а непоседа Макс хочет стать знаменитым и прославиться на весь мир. И тем не менее, именно этой парочке предстоит отразить нашествие инопланетных охотников за животными и прославиться на всю галактику. Вас ждут шутки, аттракционы и погони на летающих тарелках. Фильм «Хан Соло. Звездные войны. Истории» уже в прокате. Картина рассказывает о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубаки, и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далекой галактики. Любите киновселенную джедаев и Звезды Смерти? Тогда срочно отправляйтесь в кино и оцените этот фильм. Вторую неделю в прокате фильм «Черновик». Сюжет рассказывает о молодом архитекторе видеоигр Кирилле, чья жизнь идет под откос. В один день его внезапно начали забывать соседи, друзья, коллеги и даже родственники. Далее, как обычно, выясняется, что он избран для высшей цели – быть таможенником на пограничном пункте между мирами. Мнения зрителей, которые уже посмотрели фильм, разделились. Одним фильм понравился отличными спецэффектами и попыткой показать Москву в параллельной вселенной. Другие же, особенно те, кто читали первоисточник, сошлись во мнении, что фильм изрядно далек от оригинала. Впрочем, тут, как обычно, стоит самому посмотреть новинку и сделать свои выводы. Хотите просто приятно провести время, пообедать или поужинать с друзьями и родными, поиграть в боулинг или бильярд? Вас ждут в клубе Prime. Изысканная кухня, уютная атмосфера и все грани отдыха в одном месте. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением.